Формирование комфортной городской среды – один из приоритетных федеральных проектов. С его помощью в Армавире уже благоустроено 79 дворов многоквартирных домов, 6 общественных территорий и городской парк. Проект будет работать и в этом году. Причем теперь жители сами выбирали, какую общественную территорию необходимо привести в порядок в первую очередь. В результате голосования в фаворитах оказался Комсомольский парк. В настоящее время проекты благоустройства парка и дворовых территорий, не вошедшие в программу прошлого года, ожидают окончания экспертизы, которая определит, какие из них улучшат свое состояние в этом году. После получения экспертизы сквера мы также запустим на расторговку, и уже, наверное, в августе месяце начнутся, скорее всего, работы, связанные с реконструкцией и проведением работ на дворовых территориях, и также в дальнейшем будет понимание, будем проводить работы, связанные с благоустройством сквера. В рамках проекта по созданию комфортной городской среды в границах ТОСа номер 9, на территории которого проходила встреча главы с жителями, работы по улучшению условий проживания были проведены на территории 15 дворов. И одним только проектом благоустройства района не ограничилось. Как сообщил председатель территориального общественного самоуправления Владимир Барсигянц, здесь обновили асфальтное покрытие дорог и обустроили тротуары. За отчетный период, значит, была отремонтирована, вновь положена асфальт, как вы видите, улица 30 лет Победы, которая стала сейчас одной из лучших, будем говорить, в городе. Также был тротуар проложен в парковой зоне, которая ведет отсюда к улице в сторону улицы Ефремова. На встрече также обсудили работу поликлиник и заслушали отчет местного участкового. По окончании глава города провел прием граждан по личным вопросам. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».